одиноких мужчин, разведенных женщин с детьми становится все больше и больше. Я даже не хочу затрагивать официальную статистику. Числа ужасающие. Наша сегодняшняя история – это история человека по имени Александр. Имена, фамилии, города и любое сходство с реальной жизнью – это, ребята, всего лишь сходство. Все, что вы услышите в этом ролике – это всего лишь больная фантазия автора. Он сегодня решился рассказать свою историю своей жизни. Мы с ним созвонились. Он, ребята, плакал в трубку. Он говорит: «Дима, я, к сожалению, конченый, и от чего я ушел, к тому я пришел». Я пытался его всячески успокаивать, но его душа, конечно же, очень сильно взволнована. Ну, мягко сказано, да. Короче, присаживайтесь, успокаивайтесь, мои хорошие. Начинаем. Хочешь зарабатывать от 100 тысяч и даже больше? Мы с моей супругой зашли на маркетплейсы и научились это делать. Я не говорю, что каждый из вас миллионером станет, но среднюю московскую зарплату возможно делать даже школьнику. Время ограничено, но 3-5 лет они еще качать точно будут. Друзья, записывайтесь к нам на обучение. Поможем, чем сможем. Ребята, задумайтесь о курсах, да, учиться, учиться, еще раз учиться. Вы же видите, сколько открывается ВБ, Озонов, там, мегамаркетов, сейчас Авито доставку открывает. Это действительно перспективная ниша, и скоро она, скорее всего, захлопнется. Но я думаю, года 3-4 еще точно есть, поэтому пробуйте. Также, друзья, у нас сегодня одна посылка. Кто из вас не знает, мы занимаемся парфюмерией по индивидуальному дизайну человека с содержанием феромонов. Вы можете все прочитайте в телеграм-канале, посмотреть отзывы, видеоотзывы. Короче, очень-очень крутая тема. Сегодня Александру Игоревичу, Волгоградскую область, город Волгоград, уходит вот такая вот посылочка. Давно парень хотел, давно уже варианты ему скидывали, но сегодня он решился. Это очень здорово, ребята, заказывайте парфюм. От 900 рублей до 3000, но вы понимаете, что в жизни эмоции, ощущения важны. Ты когда будешь на смертном одре, ты, как я вам рассказывал про деда, который ехал, я его как-то подвозил, ему было 84 года тогда, он говорит: «Дима, у меня всего одна женщина была». Потом он отвернулся в окно, и у него слезы потекли. Я говорю: «А вас что расстроило, то, что вы ее потеряли и то, что ее нет?» Он говорит: «Нет, меня расстроило то, что я, говорит, других ощущений не испытал, других женщин, не видел их ватрушек, ничего не испытал. Вот у одной просидел около нее». Я такой сижу в окно, смотрю, думаю: бедный мужик реально, и он просто рыдал. Поэтому, ребята, действуйте, пробуйте. Жизнь одна, сука, молодость тем более. Итак, мои хорошие, ну что, вы присели, вы успокоились, вы все сделали правильно. Молодой человек, ну как молодой, не такой уж он молодой, хотя, ребят, для меня от 30 до 65 это еще молодость, да, потому что вы же знаете, что раньше люди по 900 лет вон как Ной жили, а потом, естественно, начали грешить до такой степени, что Бог отнял у нас такую возможность, да. Ну, это, конечно, все тут лирика, да. Давайте теперь по делу. Молодой человек, ему лет 36-37, я точно не помню. Он говорит: «Диман, я, говорит, жизнь свою начинал с чего? С тяжелого труда. Я, говорит, на пилораме работал. Уже с самого-самого детства, можно сказать, отца мы потеряли. У него оторвался тромб в бане. И я, говорит, был на семью. У меня еще сестра младшая есть, да. Ну, она уже сейчас замужем, слава богу, в город большой уехала. Родила двух детей. И вроде бы у нее все нормально. А я, говорит, семью, маму, хозяйство, дом частный, как я понимаю, да. И, говорит, работал на пилораме. Очень тяжелая работа, это чтобы вы понимали. Ну вот я в детстве, кстати, сейчас вспомнил друга своего детства, Басова. Мы с ним что делали? Мы с ним ходили на рынок, рынок, где пиломатериалы, и разгружали. Нас кидали, можно сказать, в грузовик и отвозили на склад, ну, куда надо было все это вывалить. И мы вот КАМАЗ и плюс прицеп КАМАЗа, да, все это, доска половая, выгружали руками. Ну, это жесть. Я не знаю, как я с этим ежедневно, причем, ну, нам деньги летом нужны были, мы вот ежедневно. Сначала мы что-то пробовали металл сдавать, не пошло, а потом начали вот так вот пробовать. Ну, блин, во-первых, был худой, а во-вторых, дури много. Сейчас я думаю, если бы я выгрузил КАМАЗ с прицепом, мне кажется, я бы упал бы, просто бы там и скончался бы, да, и не было бы дипана бы больше бы никогда. Но это всего лишь мысли, потому что, опять же, человек – существо такое, что он может вывести все на свете, в том числе и любые душевные страдания. Но физические страдания – это ерунда, а вот если душа болит, как у нашего подписчика сегодняшнего, вот это страшно.
Он говорит, я, Дим, чисто случайно пошел к своему там троюродному брату на день рождения. Там приехала девушка из другой деревни, и мы как-то с ней, ну, немножко словами обменялись, там, улыбками, и как-то у нас закрутилось. Я, говорит, потом машину приобрел и поехал к ней. Ну, говорит, получилось так, что мы переспали, я опять домой приезжаю, да, и получается следующее, что, в принципе, она через какой-то промежуток приезжает, говорит, нам надо серьезно поговорить. Я выхожу на порог, она мне, типа, тест, там две полоски, все, типа, ну, как бы, беременна. Я такой, типа, вау, вот это да, типа, что, от меня? Она, ты что, дурак, что ли? Конечно. Я, говорит, такой окрыленный вообще, маме, там, все, она беременна, там, она, ура, наконец-то. Я, говорит, да, это мне, говорит, было, ну, года 24 примерно, да. Я, говорит, вообще супер просто. Вроде и машину взял уже, и все. Ну, короче, свадьбу, сыграли свадьбу, я кредитнулся, там, в Адлер ее повез, там, все круто, там, ребенок родился, я там без ума просто от него, там, да. Дальше работаю. Потом в какой-то определенный момент, ну, прям вот мы года полтора жили душа в душу, все вот эти сопли, вопли, там, то все, это я все пережил, там, да, зубы там начинались. Потом по итогу что получается, да, я иду на работу, ну, останавливается какая-то 99-99, ну, там, типа, мужик такой, ты там, типа, ну, там, условный Саша, я условный Саша, ну, говорит, присядь, пообщаемся, мужик, что ты хочешь, я, типа, это, микрозаймы никакие не брал, никому не должен, как бы, это, там, ну, я не при делах, он говорит, да присядь, присядь, я, говорит, не по этой части, ты, говорит, этот, муж, ну, там, Оксана, да, ну, типа, я... Ну, говорит, присядь, пообщайся. Ну, говорит, сажусь. Он говорит, слушай, ты сейчас только успокойся, пожалуйста, да, я тебе скажу одну вещь. Я, говорит, отец ребенка. Он говорит, в смысле ты отец ребенка? Ну, вот так вот, мы с ней спали, это мой ребенок, да ты можешь, ну, присмотреться, ну, пацан на тебя не похож, говорит. Я, говорит, тебе это просто хочу сказать, чтобы ты понимал, знал, да. Я готов, говорит, там, подать на отцовство, на все, потому что меня совесть мучила. Я полтора года шкерился. Он, говорит, куда-то там в Питер уезжал что-то строить там, трубопровод или что-то такое, говорит, на большегрузе. Ну, на этом вот, который трубы возит, длинная хрень такая, работал. Я, говорит, такой просто в коврик пола смотрю, и у меня просто мысль, он говорит, ты что, парень, серьезно, я как это, мой ребенок, там все. Короче, я хлопаю дверь, ухожу, все, но он за мной не едет, ничего. Домой прихожу, начал, типа, тихонько, чтобы ее не травмировать, думаю, может, мало ли там дураков каких-нибудь. А он говорит, ты такого-то знаешь, а у нее чашка была, она прям ее из рук, бам. Я такой, думаю, понятно, короче. Естественно, тут же прям ребенка хватаю на ДНК, ДНК не мой. Я такой, черт, что делать, у меня будто вот... палас из-под ног вытащили. И я просто башкой вот так звезданулся. Я, говорит, сижу, у меня такая депра была, я, говорит, наверное, 6 месяцев не мог. Я, естественно, сразу матери это говорю, она говорит, выгоняй нахер, говорит, выгоняй, ты что, говорит, дурак, что ли? Как она могла? Она говорит, прости меня, прости, я как бы хотела, чтобы, ну, нормальный там ребенок был, с нормальным человеком, этот он дурак конченый, там, туда-сюда, я не хотела с ним, он там и пил, бил, там, меня издевался надо мной, там, травил меня, а ты вот хороший, ты и работаешь, ты и то, и сё, и заботливый такой, я вот такого, как ты, всегда мечтала. Ну, говорит, мы с матерью поговорили, она говорит, нет, если такой раз с таким обманом, то, ну, ты сейчас, говорит, реально хочешь от нее вот общего ребенка? Вот, мужики, если будете смотреть, вы напишите, вы вот через такую тему бы захотели бы общего ребенка? Поэтому, если у вас есть сомнения, подозрения, вот он и мне говорит, Диман, скажи ребятам, если хоть чуть-чуть что-то не похож, какие-то или не похожи, девочка, сомнения есть, бегом на ДНК. Он говорит, даже если она у вас была под присмотром, даже если вы знаете, что прям 100% это ваш, это может быть не ваш ребенок. Если она прям же спала с вами, все, вы это знаете. Это не факт, ребята, это не факт. Я охренел от таких, сука, сообщений, ребята. И это уже не первый раз. Он говорит, все, я, говорит, в депру погрузился в страшную, я, говорит, бухал 2 месяца, потом я приходил в себя, надо мной там ржали, хихикали, короче, соседи, я, говорит, принимаю решение, что надо переезжать, мамке говорю, так и так, ты давай держись, я хотя бы на время, говорит, беру билет, машину продаю там одному, говорит, мужичку хорошему, у меня времени, энергии, ничего не было, я, говорит, просто это мамкин там знакомый хороший, он у нее там по сельскому хозяйству кем-то работал, ну, такой
такой, я говорю, возьмите машину, ну, у него там таз, я как понимаю, за недорого. Он говорит, да ладно, парень, у тебя такая, типа, я в жизни я у тебя возьму нормально. Он мне говорит, на, считай, 50 тысяч подарил, ну, перегрузил, там, ему жалко меня, наверное, было, я не знаю, потому что мне вообще лица просто не было. Он говорит, есть же хорошие люди. Ну, да не, братан, есть хорошие люди, ты не надо так грустить. Люди есть хорошие, светлые души есть, и все еще в жизни может быть нормально. Не надо смотреть на чей-то опыт конкретный, не надо слушать, и меня в том числе тоже не надо слушать, хотя я всегда максимально, ну, как бы здраво советую людям, чтобы они не кисли. Понимаете, сейчас такая тема, что все очень сильно киснут. Ну, я посмотрю на настроение людей, я охреневаю просто, да. А как только ты закис, все, назад просто нет выхода. Меня самого колбасило, считай, с 2018, вот сейчас 2024. 6 лет. 6 лет меня колбасило, жесткая депра была в районе 2 лет, вот жесткая депра. Потом вялая депра в районе 3 лет. И вот год, как более-менее свет Божий на меня пролился, да. Но я считаю, что из-за грехопадения. Думаю, что из-за грехов, потому что грехи были. Я не говорю о том, что там сильно прям был грешен. Ну, как-нибудь, ребят, если будет много лайков, исповедь Дипана можно устроить. Но это надо как-нибудь символично, юбилей какой-нибудь у нас будет, сделаем, да. Потому что все-таки у нас сегодня эфир о подписчике, да, о его душевных страданиях. Понимаете, у всех на самом деле все одинаково. И если ты такой сидишь и думаешь, ой, у меня вот хуже всех, у меня и там ребенок не от меня, и то есть у другого другие проблемы, понимаешь? И надо как бы с этим работать. Он уезжает в другой город, он говорит, я снимаю квартиру, да, и получается, что устраиваюсь на работу, там получается, ну, обслуживание систем вентиляции, где-то немножко ты полусантехник, где-то немножко ты там помогаешь там по видеокамерам. Короче, большой торговый центр, и тебе дают, в общем-то, ну, он пришел, он говорит, я пришел к этой, к женщине, которая набирала, я, говорит, умею вот то-то, 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 а вообще шел на позицию, ну, можно сказать, там, помощника кладовщика. Она говорит, да вон, ты что, у нас, говорит, смотри, оклад 50 будет, да, и плюс там буду накидывать, идем вот именно этим. Квартиру всего за 12 тысяч снял, да. Да, он говорит, я прихожу с работы, уставший, там, бутылочку пива взял. Раз, два. Ну, и получается так, что соседка, типа, выходит, чинарит, ну, покуривает, да? Вот. Такая, говорит, светленькая, говорит, интересненькая. А это уже не сразу. Это я, говорит, прям через полгода где-то ее заметил. Ну, типа, разговорились. Она говорит, а я тут квартиру купила. Я, говорит, вообще там и из Тамбовской области. Ну, типа, ладно, из Тамбовской области здорово. А что так далеко переехала? А это, регион у него довольно не близко. И, так скажем, черноземье, да, у него... А, говорит, у меня тут мамка, говорит, старая, пожилая была. Вот она умерла, вот. Но у меня уже бабки были, сейчас вот я в наследство вступаю, а это квартира типа это. Ну, здорово там, да. Ну, разговорились, короче, двое детей, мальчик, девочка. Там девочке что-то в районе там 7 лет, мальчику 5 лет. Вдова. Мужик отъехал около 3 лет назад. Ну, как она говорит, уехал на рыбалку, там выпили, с утра привозят его там в буханке, можно сказать, там за ноги, за руки домой затаскивают, плохо, в больницу не пойду. Тоже, ребята, огромное внимание уделяйте своему здоровью, потому что вот я недавно, на днях ко мне тут друзья приезжали из другого города, ну и я не знал, что им показать. Ну и, в общем, так я и не узнал, что им показать. Говорю жене, давай что-нибудь им покажем. И мы, короче, нашли там заповедник, там хаски разводят, там несколько сотен собак. Там катаются они на упряжках. Ну и поехали туда. Ну, я в калитку стучу, женщина открывает калитку. Такая, ну, лет 30, там, 35, наверное. Такая что-то, она какая-то поникшая до ужаса, а я как бы обычно, ну... Не то, что я там какой-то психолог хороший. Ну, знаете, чувствуешь, да, от человека, какой идет позыв, какая вибрация исходит. А потом мужик вышел в таких сапогах огромных, теплых. Ну, я понял, что это главный. У него тут серьга, ну, такой прям, с бородой, с красивой. Я понял, что это... И тачка там его стояла с московскими номерами. Я понял, что это директор. Ну, мы с ним разговорились. Он говорит, да у него вот это муж умер. 37 лет. Инфаркт. 37 лет инфаркт.
Поэтому, ребята, огромное внимание здоровью уделяйте. Но первое, что нужно сделать, это по возможности бросить курить, да. Потому что сосуды забиваются очень сильно. Но даже это все хрень, я вам скажу так, и алкоголь, и курение, это все хрень, как эмоциональное состояние. Вот если ты нервничаешь, курение вообще там в 100 раз не так вредно, как нервы. Нервы в 100 раз вреднее, и курение, и алкоголь, и вообще... Нервы – это трэш. Поэтому, если вас что-то теребит, если вас что-то тревожит, да, в личной жизни, в семейной, в работе, бросайте эту херню. Вот эти друзья ко мне приезжали, вот у него сейчас проблемы на работе, но его просто там сжирает, можно сказать, начальница. У начальницы кукуха поехала, потому что она второго родила. Видать, годы вот эти за 40 перевалило, и все. И у него, говорит, она просто меня жрет, говорит. И он говорит, а у него работа такая у чувака, что... Чтобы вы понимали, у него вот раз в месяц там контракт, да, то есть миллиардный контракт, и у него там, ну, процент 2 как бы идет. У него по 600, по 700 тысяч приход, там вот так вот, да, очень богатый человек. И он, представляете, он говорит, я уйду с этой, Дима, работы. Я говорю, куда ты пойдешь? У тебя, ну, техническая там крайне сложная работа, что ты делать будешь-то? А он говорит, да, Дим, а мне... Я пойду руками работать. Я говорю, а что делать? Фуры буду ремонтировать на трассе. И он говорит, я буду зато знать, что я буду не так нервничать. У него просто город стоит прямо на трассе федеральной. И он договорился уже с сервисом. Представляете, чувак с такой работы готов уволиться, просто чтобы успокоить свою душу. Ему жена там, дурак, ты что делаешь, ты зачем так мыслишь? Надо там додавить, дожать, там, дотерпеть, как бы. А он говорит, нет, и все. Представляете, уперся рогами. Ну, молодец. С одной стороны, молодец, потому что, ну, он говорит, вариантов нет, она меня съест. Начальница, она просто все делает, чтобы я прям уничтожился. Это, ребята, реально жестко. Вот, поэтому, ну, говорит, затащили, вернемся к истории, да, этого мужика. И он говорит, там прям дома и помер, короче. Скорая на пороге, она говорит, а, все, он уже, короче, помер. Ну, так вот мне рассказала, да. Я, говорит, проникся этой историей, ну, говорит, где-то начал там, где-то картошку мешок ей домой принесу, где-то то, где-то все. Потом получилось так, что было у меня день рождения, и она говорит, ну, давай вместе там, как, что у тебя никого нет, может, мать позови. Ну, он говорит, я там вызываю мать. Собираем стол, мамка говорит, моя, да вроде неплохая женщина, присмотрись. Я, говорит, уже был крайне осторожен. Короче, я, говорит, принял лишнего. Мать, говорит, уснула, мы к ней. У нее детей она уложила. Она прям, говорит, штаны, говорит, с меня снимает и садится на меня прям на кухне. У нее такой диванчик. И я, говорит, прям смотрю, он хлоп и провалился. Я такой раз, а у него ни трусов, ничего. То есть готова была. И провалился у него туда поплавок. Я такой сижу, говорю, думаю, сука, ну как же так? А я, говорит, хотел воздерживаться, чтобы всего вот этого не было, говорит, потому что душа болит, как-то всегда грустно. Вот. Короче, не предохраняясь, ничего прям это. Я, говорит, был, ну, так скажем, полон, потому что бабы давно не было, я прям сбрызнул, а потом, говорит, он у меня опять встает и опять. Короче, говорит, так мы покачались. Я, говорит, не сказать, что прям вот такой вот карандаш в стакане. Ну, говорит, да, нет, все-таки эффект карандаша в стакане был, я просто детали у всех спрашиваю, чтобы интереснее было. Но, говорит, не прям как бы ведерко. И, собственно говоря, ну, в сексе ничего, говорит, где-то на 3,8, да, чтобы не переоценивать, 4 нет, двойка нет, конечно, 3,8, 3,8, старалась, да, но без лишних, как бы, телодвижений, никаких допов, опций были исключены, да, из данного прейскуранта. Короче, у нас не завязались отношения, да, то мешок картошки, то макарошки, то в ленту съездим давай, то туда, то сюда, то на базар, то детям рюкзак надо к 1 сентября. Короче, ребята, я упал в озеро с довольно серьезной и зубастой рыбкой. Что делать и как быть, я, говорит, собственно говоря, не знал. Короче, я с ней стал жить, да, я перестал снимать квартиру, я с ней сошелся, да, там, на лето, там, детей, там, к матери, к моей, вот так вот, туда-сюда. Ну, и я, честно, как бы подпривык, и дальше получается что? Дальше, через какой-то промежуток, а где-то года два, у нее, типа, резко падает настроение, и она становится прям... вообще совсем другой. Она резко заявляет, что, слушай, надо больше зарабатывать, надо больше делать того, надо больше делать всего. У меня есть Светка,
она тебя устроит, говорит, к себе на нормальную работу. Там надо вахтовать, ездить, говорит, в другой, не на север никуда, а в другой просто город, да, ну, так скажем, простыми словами, ближе к Москве, к Подмосковью. И работать там на складах, там типа, ну, 5000 в день. Кормят, шконку дают и т.д. и т.п. А он говорит, слушай, а зачем? Ну, говорит, ты не понимаешь, дети растут, надо одевать, обувать, да и мне хочется и попутешествовать, и все. Я, ребята, дурак, соглашаюсь. Короче, я соглашаюсь, я уезжаю, клоповник страшный, живу как чмо, естественно, никаких пятака там нету, там 3,5 тысячи, кормят параши просто, я не знаю, подмосковные крысы, и то, наверное, говорит, на лучшее приходят, чем мы, чем люди, которые там работают. Короче, никого ты в нашей стране не обманешь, да. Ну и тут начинается, что-то звоню, то телефон не берет, то еще что-то, да, какая-то дичь начинается, исполнение начинается, да. Ой, после какого-то момента я, говорит, думаю, дай-ка я приеду немножечко раньше. Приезжаю раньше, там дома видно, кураж Бомбей был, бутылки, все, говорит, трусы, носки. Ну, захожу, она лежит, тело лежит с мужиком, да, детей нет, ничего не понимаю, да. Ему, говорит, дал леща, он вскочил, штаны одел, я не стал вдаваться в подробности. Ну, она проснулась, глаза открыла. Что ты, говорит, вытворяешь? Ну, что ты, говорит, вытворяешь? Ну, говорит, было, было. Ну, он говорит, взрослые люди. Ну, ты что, не понимаешь, что физиология там тебя в натуре там по 2 месяца нет? Он говорит, сука, я для тебя ездил по этой хрени. Зачем ты так поступила? Она говорит, давай, ну, не будем. Ну, мы взрослые люди, ну, у нас общих детей нет, ничего нет. Живешь у меня. Что ты, говорит, исполняешь, братан? Ну, сядь, успокойся, там, иди выпить, там, закуси. Сейчас я его выгоню. Это, ну, разок, все, вот больше не будет, да? И он говорит, сейчас я продолжаю в нее жить, я не знаю, что мне делать, да. С одной стороны, привык, здорово, с другой стороны, ну, к матери в деревню ехать или отдельно. Говорит, ребята, как вы думаете, будет это продолжаться? Или вот прям разок и все, да? Братишка, мой тебе совет. Вот мне кажется, ну, как бы слушай свое сердце. Я не знаю, ребята, мне так тяжело это. Представляете, вот он сейчас сидит, он в шоке. Он говорит, Дим, ну, почему опять со мной? Я могу с философской точки зрения объяснить, понимаешь? Вот смотри, я тоже думал, а почему со мной вот это случается? А почему? За что, думаю, меня Творец наказывает? За что? А если то, за что меня могут так сурово, думаю, наказывать? Я сейчас ни о чем конкретном. Я просто, у каждого из вас есть такие же мысли. Вот за что? Ну и вы знаете, всегда в голову что-то приходит. Поэтому первое, что нужно сделать, это просто начать жить, ну, по Божьей воле, так скажем. Вот вышел ты с утра, там, пошел на работу, идешь, например, и на людей смотришь не так, как обычно, типа, вот они там что-то, наверное, сука, какие-то уроды, да, что-то хотят, а смотришь на них, как на созданий тоже божьих, понимаешь, которые вот действительно с интеллектом, умные, у которых действительно какая-то своя судьба есть, да. Мы же, ребята, страшные эгоисты сами по себе, да, страшные эгоисты. Парень вот рассказывает все, да, и плачет захлеб, он просто рыдал, он говорит, ну, за что, а это все для того, я думаю, чтобы ты стал сильнее, умнее, да, и прекратил вот какой-то вот, понимаешь, у тебя же в тебе какая-то жертвенность, да. Ну, надо вот ту взять было, надо эту взять было, да. Мне кажется, это вот тип мужиков, понимаете, нам, мужикам, я знаю, ребята, и не врите, что не так. Иногда же бывает женщин жалко. Вот ты смотришь на нее, тебе ее жалко, да. Ты смотришь на нее, тебе жалко, тебе хочется ее там обнять, обогреть, там, да, она тебе расскажет про свою страшную судьбу, какие все уроды были, просто там, я не знаю, просто там ее били, там унижали, оскорбляли, она прошла через все это, еще и детей вырастила, да, и ты здесь такой богатырь, Тарзан, елки-палки, только с ветки спрыгнул, да, и готов уже ее взять в свои крепкие объятия. Не надо, ребята, будьте умнее, да. А то, что случай, слушай, ну, ты же понимаешь, что была же вероятность, что, с чего ты взял, понимаешь, если начинается исполнение, ты работал, полтос получал, ну, жили у нее, ну, что, больше надо? А зачем больше надо? Значит, она тебя как ресурсную базу хотела использовать. И использовала, понимаешь? А то, что, ну, рядом, да, рядом члена нету, все, она подошла, другого положила. Вот и все, все просто. Ресурсная база уехала, а физиологию надо выполнять, член пришел. Все просто. Поэтому, ребята, накидайте ему каких-нибудь сообщений, да, в комментариях. Пожалейте пацана,
Я ничего не буду больше говорить. Я не знаю его психотип. Сейчас наговорю тут чего-нибудь, да, не дай бог, что случится еще. Дружище, держись. Я считаю, что побудь просто один. Поживи, может, в одиночестве в каком-то. Но если ты любишь РСП, ну, блин, ну, побудь с ней. Ну, блин, после такого я считаю, что не то. Я не буду тут слава овечке не до мужик применять там, да. Я говорю, у нас у всех разный психотип. Может, он ее любит искренне. Есть люди влюбчивые. У меня был одноклассник, он, девочка за руку с ним поддерживал. Он говорит, я ее люблю, да. Ну, такие вот были хорошие. Царство небесное, одноклассник. Дурак дорогу перебегал не в том месте. Вот, и все. Поэтому, ребят, надо быть добрее, конечно. Надо быть добрее, да, и... Не знаю, что посоветовать человеку. Не знаю. Годы идут. Получается, своего ребенка нет. Шок сначала, шок сейчас. Может быть, какая-нибудь хорошая, светлая девушка посмотрит, да, свяжется, да. Все у вас будет хорошо. Вот как-то мне хочется в такое верить. Потому что всякое бывает в жизни. Не кисни, дружище, не кисни. Мужик и в 50 жених. Поэтому еще все впереди. Лайк, ребята, подписка. До скорых встреч. Всем пока.